46 сотрудников полиции отправились в служебную командировку в Северную Осетию. В составе сводного отряда офицеры подразделений ППС, участковые, уполномоченные полиции, сотрудники ГИБДД, уголовного розыска и кинологи. В течение полугода им предстоит нести службу на территории Северо-Кавказского региона. Перед офицерами стоит задача помогать местным полицейским. В командировку отряд провожали родственники. С напутственным словом выступил начальник УМВД России по Ивановской области полковник Владимир Жигайло. Я надеюсь, что при выполнении служебных задач вы также проявите все свое мужество, ответственность и полноту своих служебных обязанностей для того, чтобы выполнить все задачи. Могу пообещать со своей стороны, что по завершению командировки мы найдем возможность сказать вам огромное спасибо, поощрить и внести вас в резервную состоящую должность.